Белка, а, Белка, скажи, это вот мы сейчас куда попали? Туда не знаю куда? Ну, типа того. А где это? Это здесь. Скажи, а где у вас тут то не знаю что? Не, ну так не положено. Вы мне должны вначале что-нибудь хорошее сделать. Ну там, спасти от злодея какого. А может, сначала ты нам поможешь, а потом уже мы тебе. Ага, сейчас. Может, снежком ее собьем? Быстрее будет. Погоди. А от кого тебя спасать? А ты придумай. Белка, обернись. Ага, вот так прям взяла и обернулась. Получила? Ой, подождите, так получается, что вы меня спасли, что ли? Ну, типа того. Тогда простите, чего хотите? Я для вас все сделаю. Что вы там хотели узнать? Спрашивайте, отвечу как на духу. Есть здесь это озеро заколдованное, которое заклятие снимает. Серый, ты чего? Зачем нам озеро? Потом. Есть. Оно появляется перед теми, кто в обратный путь направляется. Ага. А где у вас то не знаю что? А вот этого я не знаю. И вообще, вы меня один раз спасли, а я вам два раза ответила. Всего хорошего. Ты что, издеваешься? Не, ну я правда не знаю. Но есть одна идея. К бабе-яге вам надо сходить. Ха, разбежались, чтобы она нас слопала. Ну, она может, да. Но зато у нее есть волшебный клубочек, который умеет показывать дорогу. Если вы его как-то раздобудете, то сами понимаете. Он все знает.